Привет, ты смотришь «Фастфуд», возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! Студентам вернули право на бесплатное посещение музеев. 15 апреля Государственная Дума приняла соответствующий закон, сообщает РИА Новости. Фонд развития интернет-инициатив собирается открыть в Севастополе региональный заочный акселератор стартапов. Google выпустил отдельное приложение для работы с камерой смартфона. Отмечается, что в приложении улучшено качество классических и сферических панорам, а также появилась имитация съемки портретным объективом с сильным размытием изображения вне зоны фокусировки. Российские блогеры окажутся в тесных рамках из-за нового закона. Законопроект рассматривает блогера как лицо, размещающее открытую для всеобщего доступа массовую информацию. При этом блогом будет считаться сайт с суточной аудиторией, превышающей 3000 уникальных посетителей в сутки. Рекламное агентство Ogilvy & Mazz London помогло Amnesty International запустить кампанию по сбору средств. 19 апреля на eBay стартует благотворительный аукцион, в рамках которого каждый час на продажу будет выставляться сувенирная свеча в виде одного из нарушений прав человека. А на этом у меня все. Хватит сидеть дома, отправляйся навстречу приключениям. Пока-пока!